И мы продолжаем наши диалоги об огурце и кукурузных палочках с Константином Софьяном, знаменитым в узких кругах любителем кукурузных палочек. Константин, в чем смысл жизни саксофониста и флейтиста? Смысл жизни как раз-таки в огурцах и кукурузных палочек. Но главное не переборщить. Вот здесь нормально. Хорошо. Что вы можете сказать по поводу политики в отношении Сирии? Но главное вовремя, мне кажется, в отношении политики всегда главное вовремя успеть полить. Константин, еще один важный вопрос по поводу тритоновых замен. Насколько часто вы их используете и используете ли вообще, и стоит ли об этом говорить? Вообще слово замена — слово неприятное, вот поэтому я стараюсь избегать этого. Днем с огнем таких людей, как вы, не сыщешь, поэтому С огнем не надо. сыграйте что-нибудь напоследок. Спасибо, Константин. Спасибо, спасибо. Расскажите, а как вы лечите геморрой? Собственно, я к этому и подвожу. Что за вопрос такой? Ну, собственно, вы все смотрели знаменитый ролик про огурец. Позанимался. Вот огурец. Пожалуйста.